Сегодня состоялось 539-е пленарное заседание Совета Федерации. Сенаторы приняли обращение к парламентам мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории. Документ был подготовлен парламентской комиссией по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Парламентарии обсудили ряд законов, которые регулируют правовые вопросы социального и пенсионного обеспечения жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме этого, сенаторы обсудили закон о предоставлении мер социальной поддержки вдовам ветеранов боевых действий, независимо от условий их проживания. В рамках часа субъекта России с докладами о социально-экономическом развитии Владимирской области выступили губернатор региона Александр Авдеев и председатель законодательного собрания Владимир Киселев. А в ходе правительственного часа заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о мерах государственной научно-технической политики по обеспечению технологического суверенитета.